70-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне поисковый отряд запланировал очень большое количество мероприятий. В первую очередь, это принятие ордена, которым будут награждаться погибшие и пропавшие в Великой Отечественной войне. В основу ордена входит звезда с золотыми лучами, это Великой Отечественной войны ордена. В центре каска, пробитая и через пробоину, растет ландыш. Это как символ того, что награждается посмертно погибший. А по периметру два варианта написано: за доблесть и верность долгу или за верность воинскому долгу. Это на выбор тех, кто будет читать и принимать решения, и для горожан, и для всех, кто интересуется этой темой. Тут можно сказать следующее, что почему мы хотим предложить этот орден, потому что для того, чтобы те живые, кто вернулся с войны, которых мы чествуем ежегодно, чтобы дошли до Берлина, нужно было погибнуть нескольким десяткам или сотням однополчан. И поэтому о живых мы помним, а о тех, кто погиб, мы не помним. И вообще-то редко когда вспоминаем. Чтобы вспомнить и отдать должное им наши долги, вот как раз этот орден, который будет учрежден, я надеюсь на это, и им будут награждать наше государство, родных, близких, погибших за Отечество. Кроме этого, у нас было предложение о парке четырех дивизий. Я написал лично акиму, послал это послание, и он уже взял под контроль, и они мне вызывали, уже место выбрано для парка, и мы будем определять, где будем сажать деревья, которые будут привезены с места сражений. В центре будет обелиск, звезды-журавли. Это звезды, постепенно превращающиеся в журавлей, а в вышине в белый, с красным цветом меняется в белый. Это символ того, что все награждаются, все погибшие, они превращаются в белых журавлей и улетают в небеса. Это как бы наш казахстанским брендом будет. Он установлен подобный на Синявинском болотах высотах в 2002 году. Потом у нас в планах реконструкция историческая проводов трех наших стрелковых дивизий: 310-й, 387-й и 29-й. Стрелковых дивизий, и это будет 18 апреля где-то в 12 часов. В прошлом году мы уже проводили подобную реконструкцию, она была менее масштабная. В этом году будет гораздо масштабнее, и, в общем-то, будут анонсы. И ваш анонс, я тоже думаю, будет. А 19 апреля будут проводы 106-й кавалерийской дивизии. Это мы будем на конях, легкой рысью пройдем по всему городу в память о 106-й КАВ-дивизии. Подготовка идет к этой реконструкции тоже. Будет участвовать здесь поисковый отряд, конная полиция и казаки Горькой линии, которые здесь у нас есть, они как раз их деды, отцы, были призваны в эту кавалерийскую дивизию. Так что у нас две реконструкции. И предложение для по ордену и парк Победы, это мы говорим о том, что мы считаем значимыми. Кроме этого, у нас поисковая экспедиция очередная, где будет у нас установлена на Синявинском болоте высотах мемориальная плита, которую мы сейчас изготавливаем здесь, на месте гибели штаба 4-го гвардейского стрелкового корпуса. 8 имен офицеров, и будут присутствовать родные, близкие погибших. Мы будем им вручать как раз наш почетный знак, сделанный под орден Великой Отечественной войны за боевые заслуги посмертно. Мы уже награждали в 2011 году. Я уже награждал в этом году россиян по их просьбам, отпосылал. А там будем прям лично вручать им там. Ну и в ходе поисковой экспедиции установку указателей, новых обелисков на братских могилах. Плановое воссоздание, реконструкция наблюдательного пункта 310-й дивизии. И, в общем-то, работы у нас там хватает ежегодно. И, в общем-то, студенты готовы, мои бойцы, поисковые. В январе вышла моя книга, третья книга серии «Тайны Синявинских болот и высот». Здесь и стихи поисковиков. Здесь короткая повесть «Доброволец Али Жуматов».
Здесь же фронтовая судьба бойцов, командиров, полков и батальонов, списки погибших, координаты, карты, схемы сражений. И, в общем-то, тут имен около 1500 имен, даже волей установленных, которые надо родных и близких найти. Поэтому эта книга будет во всех библиотеках Казахстана. Уже в библиотеках всех Астаны есть. В Узбекистан пошла, оттуда уже идут письма, что нашли своих родственников. Очень много россиян. Так что эта книга, она многогранная. Вот. И дарю я ее сайту «История Казахстана».